Привет всем! Начинаем наш следующий урок. Следующая тема у нас многочлены. Надеюсь, все уже готовы. Начинаем сегодняшний урок. Итак. Повторение. Первый факт. Алгебраические дроби. А деленное на Б. А числитель. Б знаменатель. Что я хотел этим сказать? Мы только что начали, больших проблем нет. Итак, продолжаем. Алгебраические дроби, отделенные на b. Здесь я у нас хочу дать несколько примеров. Например, мы знаем разные алгебраические дроби. Первые это простые дроби, которые мы пишем в виде a деленное на 2 или минус 10 деленное на 11, что-то вроде этого. Но есть еще и другие алгебраические дроби, например, когда включены некоторые многочлены, например, x квадрат, деленное на минус x минус 1. Здесь у нас в верхней части числитель у нас многочлен, и нижняя часть тоже многочлен. На английском мы называли такие дроби rational expressions. А на русском именно алгебраические дроби или алгебраические выражения. Именно так называть. Можно еще назвать рациональными выражениями. Просто вы должны знать, что это значит. Иногда у нас числа, а иногда у нас здесь именно polynomials, многочлены, как числители, знаменатель. Насчет многочленов я хочу дать несколько примеров. Многочлены бывают у нас, например, очень часто мы показываем их как px. Они могут быть, например, некоторыми числами 3, 2, минус 1 деленное на 2. Еще какие числа? Ну, то есть постоянные многочлены. Еще они могут быть просто многочленами, то есть polynomials, например, x в квадрате или можно сказать 8x плюс 9 или x в кубе плюс 1 деленное на 2x и что-то вроде этого. Так продолжается. Следующая вещь — коэффициенты. Что значит коэффициенты? Коэффициенты — это именно если мы напишем px в виде an xn плюс ан минус 1, xn минус 1, плюс и так до того, как мы дойдем до постоянного числа, или можно сказать а1х плюс а0. Это у нас общий вид нашего многочлена. А вот следующие числа, которые я показываю закруглениями, именно они и называются коэффициентами. Например, коэффициент x в степени n именно an. Коэффициент x в степени n минус 1 именно будет следующее число an минус 1. В примерах можно сказать так. 3x в третьей степени плюс 9x в квадрате плюс 3x плюс 2. Скажем так. Коэффициент x куба у нас 3, коэффициент x квадрата у нас 9, коэффициент x у нас 3, и коэффициент, то есть постоянный коэффициент, мы так говорим, коэффициент x в степени 0, это называется у нас постоянный коэффициент, и здесь оно как раз равен 2, а в общем показывается как a0. Степень. Как найти степень многочлена? Например, если у нас есть следующий многочлен, скажем, 3x в пятой степени, значит, здесь степень легко найти, x в степени 5, поэтому степень будет у нас именно 5. Но если у нас будет, скажем, 5 умноженное x в квадрате y в кубе и z во второй степени, тогда степень у нас будет 2 плюс 3 плюс 2. То есть все степени здесь мы
Прибавляем друг к другу и получаем единое число, которое является нашей степенью. 2 плюс 3 плюс 2, то есть здесь у нас степень именно 7. Например, а если у нас есть, например, некоторый многочлен px, скажем, именно наш предыдущий, следующий, как мы их здесь, 3x в кубе плюс 9x в квадрате плюс 3x плюс 2. Здесь у нас будет коэффициент, самый большой коэффициент, то есть x в кубе. То есть степень будет у нас, я говорю коэффициент, степень у нас будет именно 3. Если у нас есть несколько там, они которые в виде, показаны в виде слагаемых, мы должны сказать самую большую степень здесь, а, например, 3. Вот такие некоторые вещи есть, ну вы их и так знаете, это для повторения. Если все еще есть некоторые вопросы, можете задавать. По-другому запишите, если вам надо для повторения. Потом перейдем на следующую страницу.
Записываем побыстрее, потом предупредите, если закончили. Перейдем на следующую страницу. Ладно, переходим на следующую страницу. Если все еще есть те, кто не дописали, скажите. Итак, умножение и деление многочленов. Например, у нас есть два многочлена. Скажем, берем самые популярные, скажем, x квадрат плюс 3x плюс 2. И умножаем это на... другой, скажем, x3 плюс 2x квадрате плюс 2x плюс 1. Такие вещи мы проходим прямо в самом начале, можно сказать, в седьмом классе. Просто раскрываем скобки. Вы знаете метод. Берем по порядку и умножаем. Можно так продолжать и раскрыть все скобки. Это есть наше умножение многочленов. How to find product of polynomials. Насчет деления у нас почти одинаковое есть. Здесь у нас остальное легко. Насчет деления, если возьмем эти же многочлена, разделим их друг другу. Что можно сделать? Здесь логика почти та же, что и с числами, мы должны упростить их, то есть удалить похожие, можно сказать, их множители. Для этого мы должны найти множители следующих чисел, то есть мы должны разложить на множители. На английском мы говорим factorize, разложение на множители. Вы должны сперва разложить их на множители, после чего удалить, скажем, похожие множители их. Ну, например, я прям здесь я не разложил их на множители, но верхнюю часть очень легко можно разложить на x плюс 1 и x плюс 2. Нижнюю часть можно разложить, например, если вы посмотрите, можно поставить... минус 1, значит, здесь я будет некоторый множитель x плюс 1. Если разделим на x плюс 1, получится у нас именно x в квадрате плюс x плюс 1, наверное. После чего похожие множители у нас уходят, и остается следующее, x плюс 2, деленное на x квадрат плюс x плюс 1. Если есть возможность снова разложить, например, нижнюю часть, тогда надо это сделать, разложить, а потом снова удалить похожие множители. И в конце у нас остаются верхняя часть и нижняя
два полиномиала, два многочлена, уже у них не будет никаких похожих множителей, поэтому мы просто их оставим. Именно так делается операция деления у многочленов. То есть для повторения здесь, я думаю, хватит. Переходим на следующую страницу. Хотя я вам дам еще несколько времени, если хотите записать. По-другому просто дайте знать, что закончили, и перейдем на следующую страницу. Джоктел, закончили. Чоктал у нас тоже закончили, остальные тоже дайте знать, если закончили. Ладно, переходим. Разложением на множители. Как можно разложить на множители? How to factorize polynomials? Само собой, в разных случаях мы будем использовать разные методы. Например, можно сказать так. Если у нас будет m в квадрате плюс m, то можно, так как у них в каждой из этих, как мы говорим, термов, да? Terms, у них есть общие члены, можно сказать m, выводим m за скобку, получается m плюс 1. Это у нас самая популярная тактика. Если в каждом из термов у нас есть похожий множитель, выводим его за скобку. Следующее, grouping метод. Как мы говорим, grouping. Или разделяем на группу, можно сказать. Это будет у нас в случае, когда m квадрат плюс mn плюс m плюс n. Здесь первые две, можно сказать, так будет
m, m плюс n. Первые две взяли как одну группу, вторые две взяли как вторую группу. Получается просто m плюс n. Вот теперь m плюс n выводим за скобку. Получается m плюс n. А внутри остается m и плюс 1. Также можно взять здесь группировку первую, третью и вторую, четвертую как одну группу. Это будет тогда у нас второй метод. Тогда получится у нас, выводим m за скобку, будет m плюс 1. А если во второй группе выводим n, будет n плюс 1. Итого выводим m плюс 1 за скобку. Получается n плюс n. То есть выходит одно и то же, но при разных группировках по-разному. Это у нас был первый метод. Здесь у нас второй метод. Третий метод у нас, конечно, использование формул, популярных формул. Скажем так, использование популярных формул. Что я имел, когда говорил популярные формулы? Все самые популярные формулы, чтобы разделить на множители, у нас на следующей странице. Если хотите, просто запишите. А если вы уже, вам не надо, или вы просто закончили, просто скажите все. Перейдем на следующую страницу. На следующей странице у нас будет, конечно, несколько формул. Некоторые из них вы, может, и забыли, а может и нет. Коротко повторим, а потом перейдем к решению вопросов. Ладно, переходим. Самые популярные формулы, можно сказать, у нас на доске. И, можно сказать, самые часто используемые. Есть еще более сложные версии этих формул, например, для 4, 5, 6 степени. Но они не используются так много, как следующие 6. Советую записать, если вы их как-то забыли. Я думаю, многие из вас знают их наизусть.
Джектел у нас закончили. Ждем других. Ну ладно, переходим. Итак, первый вопрос разложите на множители. Вопрос у нас будет еще более легкий, чем в предыдущей книге, чем в последней книге. Может, я вам... Белкис говорят, мы еще не закончили. Вопрос у нас будет, можно сказать, более легкий, так как многие из вас, думаю, возмущались, что мы используем книгу «Компас». Мы книгу поменяли, но получилось, что настоящая книга будет еще более легкая. Ну, посмотрим, что вы еще скажете на наши новые вопросы. Вопросы, можно сказать, более легкие, чем в компасе. Подождем Жалкис, а потом перейдем к решению вопросов. Ну ладно, переходим. Вопрос первый. Разложите на множители. Вот теперь, думаю, вы будете отвечать на время, потому что вопросы довольно-довольно легкие. Ну да, вопрос, можно сказать, на уровне восьмых классов. Как мы делали здесь x, x, здесь минус 8, минус 3. Легко увидеться, что подходят, поэтому записываем как x минус 8 на x минус 3. Человек говорит 8 и 3. В вопросах будьте внимательны, здесь спрашивать просто разложите на множители, то есть это значит factorize. Надо просто разложить на множители. You need to only factorize. That's all for this problem. Okay. Write it and we will continue. Думаю, все закончили. Переходим на следующий вопрос. Разложите на множители.
К сожалению, здесь у нас нету тестов, поэтому придется в некоторых случаях писать ваш ответ подробно. Именно в этом примере будет очень трудно, поэтому я просто скажу ответ. Вопрос легкий, конечно. 125 у нас 5 в третьей степени, здесь m в третьей степени, плюс 8 у нас 2 в третьей степени и n куб. Или же можно сказать 5m куб и 2n куб. Вот теперь используем формулу кубов. Получается у нас следующее. Первое будет их сумма. Второй множитель будет квадрат первого, то есть 25m в квадрате минус ab, то есть это будет здесь 10mn. И плюс 4n в квадрате. Итого у нас получается два множителя. И думаю, этого хватит. Пока что. Или, как видим, годится для ответа. Джалкыз именно это хотели мне сказать, наверное. Ну ладно. Если вы записали, просто скажите все. Перейдем на следующий вопрос. Жду. А если нет, запишите. Сегодня тесты будут. Вопросов не слишком много, но как минимум, думаю, половина будет тесты. Не все вопросы такие легкие. Есть и некоторые чуть сложноватые вычисления вопросы. Ну, вы их еще увидите. Переходим. Думаю, здесь тесты начинаются. Упростите выражение. Simplify. Как мы говорим на английском. Ну да, AX, или можно сказать просто первый вариант A. Вопрос у нас легкий. Некоторые из вас могут удивляться, почему вопросы такие легкие. Но в арте все вопросы легкие. Поэтому в основном по математике много проблем у вас не будет. А здесь мы коротко повторяем. И на пробных ОРТ вы и сами посмотрите. Время для записи. Если закончили, просто скажите все. Перейдем на следующий вопрос. Ладно, переходим. Следующий вопрос. Разложите на множители.
чтобы сказать некоторые ответы вам, вы можете, например, затрудняться сказать по клавиатуре следующую, например, степень x в квадрате. Все компьютерщики и кодеры используют следующую формулу x, и здесь следующий символ, и 2. Используйте это, чтобы сказать свои ответы. Я постараюсь понять ваши ответы, потому что в некоторых ответах именно в этом вопросе у нас будут именно такие символы. X плюс 3, x минус 4. Говорите так. Что я скажу? Скажу, что странно. Ну ладно. Проверьте свой ответ. Это очень популярный метод. На английском мы говорим этот метод substitution метод. Что на русском будет метод замена? Берем x квадрат плюс 2 и заменяем его t. После чего получается у нас следующее. T в квадрате минус 5t плюс минус 6. После чего у нас будет им здесь t минус 6 и t плюс 1. Ставим обратно x квадрат плюс 2 вместо t. Получается у нас x квадрат плюс 2 минус 6 и x квадрат плюс 2 плюс 1. Теперь здесь можно сказать будет x квадрат минус 4, x квадрат плюс 3. Эту часть будет трудно разложить на другие множители. А здесь будет x минус 2 на x плюс 2. По популярной формуле, конечно. Итак, у нас получается следующий. Три множителя x минус 2, x плюс 3, x в квадрате плюс 3. Многие из вас ошиблись. Вопрос, почему? Ну, не знаю почему. Будьте внимательны в таких вопросах. Метод замены довольно упрощает. И если вы чуть попрактикуетесь, больших проблем не будет. Такие вопросы, как я помню, очень много выходит на ОРТ. Вопросы с использованием метода замены. Substitution метод – очень популярная тактика на ОРТ. Вы остановились где-то здесь, но надо продолжать после этого, так как x квадрат минус 4, очевидно, имеет еще много другие множители, как x минус 2 и x плюс 2. Думаю, все закончили. Переходим. Следующий вопрос. Вопрос на вычисление. Просто скажите, что вышло. Выходит, конечно, некоторое число.
Чактел, говорят, один будет правильный ответ. Челкес тоже говорят, правильный ответ один. О, уже двое говорят, правильный ответ один. Тогда, скорее всего, правильный ответ должно быть и один. Но мы проверим. Ждем Чоктау, что-то долго решаем. Чоктау тоже говорят один. Ну ладно, давайте проверим. Первая догадка, конечно, если запишем а в квадрате деленное на аб минус b в квадрате деленное на аб. Это у нас три, мы и так знаем. Первое выражение можно написать как а деленное на b, второе как b деленное на а. Вот теперь у нас приходит помощь логика и говорит, можно взять квадрат обеих сторон и получится выражение, которое нам очень поможет. Берем квадрат обеих сторон, будет 9 с одной стороны, а с другой а в квадрате деленное на b в квадрат плюс b в квадрате деленное на а в квадрат и минус 2. То есть, если отправим минус 2 по ту сторону, будет 11. Здесь а в квадрат деленное на b в квадрат плюс b в квадрат деленное на а в квадрат. Снова берем в квадрат, получится здесь 121. Здесь будет а в четвертой степени деленное на b в четвертой плюс b в четвертой степени деленное на а в четвертой и плюс 2. Отнимаем 2 с обеих сторон. Получается, здесь 119 равен а в четвертой степени, деленное на b в четвертой, плюс b в четвертой степени, деленное на а в четвертой. У меня почему-то вышло 119, а у вас 1 у всех. Что можем сказать сейчас?
Или вы должны найти ошибку у себя, или вы должны показать ошибку у меня. Что скажете? Интересно, где вы ошиблись? Это тоже довольно популярный вопрос. Такие вопросы очень много решались у нас в наших ЭДФ фасикулю. Very bad. Все ошиблись. Ну ладно. Всегда попробуйте додуматься до следующего трюка, если увидите следующее выражение и следующее выражение. Конечно, к нам надо найти что-нибудь вроде этого. После этого надо взять квадраты, так как по логике формулы можно сразу додуматься. Нет, мы не поняли, говорят телкис. Говорите, не поняли. Итак, первый вопрос. Поняли ли вы, почему я сделал следующую вещь, следующую операцию? Первый вопрос. Поняли ли вы, почему я сделал следующую операцию? Да, вы поняли. Чтобы потом взять квадраты, потому что если после этого, если я возьму квадраты, у меня получится именно следующая вещь. Степень будет подниматься, здесь я 2, 2, и будут некоторые еще добавочные целые числа. Я всегда могу дойти до любой степени двойки, можно сказать, здесь. Я могу снова взять квадрат, 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 и у меня всегда получится некоторая степень, я могу дойти до любой степени двойки. Здесь у нас как раз спрашивается четверка. То есть, если я два раза возьму в квадрат, то найду искомое число. Поэтому я сразу додумался найти что-нибудь вроде этого. А деленное на b плюс или минус b деленное на a. Потому что из этого очень легко можно дойти до степени двоек. Здесь, скажем, 2k. Здесь я b2k. Здесь у нас плюс, скажем. Здесь я b2k, деленное на a2k. Это особый вид вопросов. Запоминаем, можно сказать. Вы должны запомнить этот вид вопроса. Ну ладно, записывайте. А если есть вопросы, спрашивайте. Кто у нас закончили? Челкес закончили. И Жактел тоже закончили. Ну ладно, переходим к следующему вопросу. Simplify. Упростите.
Может быть, попытаюсь писать единицы чуть более понятно. Рептил говорят один, Телкас говорят икс. Чептал говорят один. Ну ладно, проверим. Итак, первая, верхняя часть первой дроби будет, конечно, x минус 4 умноженное на x плюс 4. Это у нас понятно. Нижняя часть будет x минус 4, x плюс 1. Конечно, я просто использую некоторые формулы. Здесь умножение. Тогда наверху у нас будет x умноженное на x плюс 1. Снизу будет x умноженное на x плюс 4. Снова сокращение. О, ничего не осталось, значит будет 1. Так, правильный ответ 1. И Джалкис у нас ошиблись. Думаю, вы нашли свою ошибку. Be careful. Чектейл у нас закончили. Чектейл тоже закончили. Говорите, пустили 1x. Ну ладно, переходим. Next problem. Снова вычисление. Найдите а в квадрат минус b в квадрат. Вопрос в некотором роде чуть трудноватый. Тогда у вас будет второй вопрос. Почему он более трудноватый, чем предыдущие вопросы?
Долго решаем, долго. Кто говорит, мы не знаем. Многие из вас довольно затруднились, наверное. Говорю так. Чтобы найти а квадрат минус b квадрат, мы обязательно должны найти, здесь это как а минус b умноженное а плюс b. А минус b мы знаем, но а плюс b мы не знаем. Поэтому мы должны найти а плюс b. Из того, что нам дано, мы можем легко найти следующее. 1 деленное на а минус 1 деленное на b равен b минус a деленное на ab. Это будет у нас минус 10 деленное на ab будет 5. Отсюда можно найти, что ab у нас будет именно минус 2. Мы знаем a минус 2 тоже. Если возьмем квадрат a минус b, получится у нас следующее выражение. Это будет у нас а квадрат минус 2аб плюс b квадрат. Если добавим плюс 2аб, и из этих трех можно сказать следующее. А плюс b в квадрате минус 2аб. Но мы должны снова добавить здесь минус 2аб, так как мы добавили плюс 2аб. Тогда здесь будет минус 4аб. Вот теперь, смотрите внимательно. А минус b мы знаем. Это будет у нас 10, то есть здесь будет 100. А плюс b в квадрате мы не знаем. Минус 4аб будет у нас плюс 8. Тогда можно сказать следующее. 92 равен а плюс b в квадрате. То есть корень 92 будет а плюс b. Конечно, здесь может быть плюс или минус корня 92. У нас есть два варианта для а плюс b. Первый вариант. То есть можно просто сказать так. А квадрат минус b квадрат равняется а минус b умноженное на а плюс b. Отсюда можно сказать, а минус b у нас 10, а a плюс b у нас будет либо плюс, либо минус в корне 92. То есть общий ответ будет либо плюс, либо минус 10 умноженное в корне 92. Некоторое число, конечно, должно выйти отсюда. Думаю, это выйдет двойка, останется 23. То есть это будет в целом плюс или минус 20 и в корне 23. Довольно странный ответ. И чуть трудноватый. Но ты такой ответ не думаешь, что выйдет. Но стратегия очень популярная и важная. Ладно, запишите, потом перейдем на следующий вопрос.
Коктейл, говорят, закончили. Челкас тоже закончили. Пишем быстрее, быстрее. Ну ладно, переходим. Следующий вопрос у нас, можно сказать, чуть размаженный, из книги. Трайс. Разложите на множители. Говорят Б. Thank you.
Эктел поменяли свой ответ на А. Пусть говорят, у нас интернет тормозит. К сожалению, ничего поделать с этим не могу. Ну, ладно. Продолжаем. Получается. Давайте проверим, какой же правильный ответ. Из первых двух выводим m за скобку. Получается m. Здесь будет 2m плюс 3. Из третьего и четвертого выводим минус n. Тогда будет 2m плюс n. А то есть 3. Не m, а 3. Выводим теперь 2m плюс 3 за скобку. Получается 2m плюс 3. А внутри остается m минус n. То есть правильного ответа здесь нету. Правильный ответ, скорее всего, должен был быть А, но там, здесь должно было быть плюс. Поэтому правильного ответа официально, можно сказать, нету. Вопрос неправильный. И самый вероятный ответ, скорее всего, А. А если на ОРТ будут такие, например, неправильные вопросы, можете потом даже поспорить с организаторами, и они должны сказать, что не будет считать этот вопрос. Это самый подходящий подход. В этом вопросе нет правильных ответов. Правильно. 2m плюс 3 умноженное на m минус n. Ладно, записываем, после чего перейдем на следующий вопрос. Джоктал закончили, Джоктал тоже закончили. Как я знаю, проблемы с интернетом. Думаю, все решилось. Ладно, переходим. Следующий вопрос с вариантами. Найдите Y, если даны два уравнения. Джоктел говорят Си. Джоктел говорят 3. Тоже говорят 3. Давайте быстренько проверим. Итак, самый важный здесь первый факт. Следующее выражение можно сказать как x минус y умноженное на x плюс y.
А второе выражение можно более круче написать так. X минус Y плюс X плюс Y. А снизу будет, конечно, X плюс Y умноженное на X минус Y. Это будет 4 деленное на 9. Или можно написать так. 2X, а снизу 27. После сокращений 2 и 4 остается здесь двойка, 27 и 9 здесь остается 3. Итого у нас получается следующее. 6 равен x. Мы знаем x, оставляем, получается... На первое выражение получается следующее. 36 минус y в квадрате равен 27. Или можно сказать, y в квадрате у нас 9. Отсюда можно сказать y в квадрате, то есть y у нас будет либо плюс, либо минус 3. Из вариантов у нас минус 3 нету, но плюс 3 есть. И, конечно, правильный ответ будет плюс 3. Но будьте внимательны, если в вариантах был бы вариант, например, плюс или минус 3, он был бы более правильный ответ, потому что настоящий ответ будет y может равняться и 3, и минус 3. Джактейл закончили. Шоктал тоже закончили. Челкас тоже закончили. Переходим. Следующий вопрос. Simplify. Упростите.
говорят «си». Челкас тоже говорят «си». Челкас поменяли на «б». Чоктал тоже говорят «б». Интересно, почему? Ну ладно, проверим. Так, верхняя часть у нас можно написать так. 2 умноженное на 4а в квадрате минус b в квадрате. Нижняя часть будет у нас, выводим двойку. Здесь будет 4а в квадрате минус 4аб и плюс b в квадрате. Верхнюю часть, очевидно, можно сделать так. 2а минус b, 2а плюс b. Нижняя часть, тоже популярная формула. 2а минус b в квадрате. 2 и 2 уходят. 2а минус b и 1 из 2а минус b уходят. Остается только 2а плюс b. В нижней части 2а минус b. То есть из вариантов будет, конечно, c. Правильный ответ. Чактел сразу сказали правильный ответ. Чалкас поменяли свой ответ с правильного на неправильный. Чоктал тоже ответили неправильно. Интересно, интересно, почему? Думаю, вы нашли свои ошибки. Хорошенько посмотрите. Ладно, теперь записываем. Надо перейти еще на следующий вопрос. Времени у нас осталось маловато. Чоктал закончили, Чактел тоже закончили, Чалкас тоже закончили. Переходим. Следующий вопрос. Simplify. Упростите. Си, все говорят. Ладно, быстренько проверим. Будет здесь x минус 2, x плюс 3, умножение. Верхняя часть будет x минус 3, умноженное на x плюс 3. Снизу x минус 2, умноженное на x плюс 2. x плюс 3. Остается x минус 2. Верхняя часть остается x минус 3, снизу x плюс 3. X плюс 2, то есть. Правильный ответ C. Легкий вопрос, и все ответили правильно. Very good. Следующий вопрос. Simplify. Говорят «си», Чалкас говорят «си», Чоктал тоже говорят «си». Проверим. Первое выражение будет у нас x деленное на x минус 1, x плюс 1. Умножая второе выражение будет у нас x минус 2 на x плюс 1. Снизу будет x минус 3.
плюс 1 и плюс 1 уходят. Умножаем снова. Здесь будет x минус 3 на x минус 1. X минус 3 уходят. X минус 1 уходят. Снизу у нас остается просто x минус 2. Он тоже уходит. Остается просто x. У меня вышло b, а у вас c. У всех. Мы вас проверили. Думаю, прошел тест. Ладно. Переходим на следующий вопрос. Если вы так уверены в себе. Говорят, мы не закончили. Переходим на предыдущую страницу. И говорю следующее. У нас на этом время заканчивается. Последние две вопроса решить не сможем. К сожалению. Но скажу одно. Последние две вопроса тоже легкие. Поэтому на этом сегодняшний урок тоже закончен. Увидимся в следующей неделе. Хорошего отдыха всем и учебы.